Привет, друзья! Это я и... Сейчас мы будем открывать... Песок. Кинетический песок. Играться им. Так, смотри, здесь открывается вот, вот так вот. Бух. Открывается крышечка. Покажи, что сюда входит в набор. Два цвета песочка. Покажи, какие цвета есть. Синий. Розы и синие. Розы, это то-то. А это, смотри, здесь коробок вот. Такая вот коробочка. Здесь целый город нарисованный. Можно здесь строить машинки, вот как на коробочке указано. Машинки. Их можно из песка полностью лепить и ставить на... Да, есть вот такие вот ворота и куча пасочек, которые к ним входят. Ну, вот такие машинки большеваты, мне кажется, да, для этого города. Да, вот они. И мы сюда вряд ли будем их делать, да? Мы можем здесь смешивать, а город построим у нас на столе. Как он? Давайте. Давай, какой посмотрим. Цвет будем открывать? А мы из голубой. Голубой. Давай, голубой цвет открываем. Сейчас. Зайка, зайка, над этим. Над коробочкой. Над коробочкой. Так, видишь, какой он? Ух ты, такой интересный пластилин. Какой пластилин? Песок. Песок. Это очень похож на пластилин. Смотри, как делать. Замыть! Смотри, брать сюда, насыпать, как песочком играться. Насыпаем. Да. Придавливаем. Наносим. И пойти взять. И пойти замыть. Ух ты, классно. Так, ну что, начинаем. Пасочки заполняем песочком. И хорошо разминаем. Да, обязательно хорошо надо разминать. Такое вот получается. Угу. Ну, второй. Ух ты, глянь, как классно. Ух ты. Ух ты, это. Да, и мы будем вот так вот сейчас ставить, и вы у нас дома. Да, поближе покажем. Вообще очень красиво, очень качественно. Такие вот у нас будут дома. Супер. Мы так сейчас их поставим. Вот такие вот у нас еще такая вот пасочка есть. Можем здесь сделать. Давай, давай, папа, машину слепит тебе. Вот еще. Роберт, песочек весь в коробку кидай. Ты в коробочке играйся. Так, берем... Вот этот машинку, да? Формочку. Давай. И очень хорошо проминаем туда каждый изгиб. Теперь внимание. Опа! Машинка какая классная. Круто. Красивая такая. Очень. Классный песок. Очень нравится, очень. Так. Опа! Такой домик. Замок. Так, делаем другую машинку. Делаем машинку. Опа! Классно! Вообще прелесть! Машинка с улыбочкой. У тебя тоже замок? Да! Круто! Машина! Ты доделаешь, да, или нет? Нет, замок ты доделаешь. Биби! 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 Роберт ездит машиной. Классно! Так. Едет! Это вот у нас такая машина. Попробуем ее. Опа! Ух ты, какая получилась красивая.
класс, колеса, все видно, глазки. Тут ножичек есть, можно им сошкребать лишнее. Мама, вам! Молодец! Ребят, надо больше добавлять. Я, видишь, кусочками получается. Не хватило. Это еще машинка тоже вот кусочками. Такая вот у тебя получилась. Да. Значит, мало добавил песочка. Делаем замок. Больше песочка добавлять. Мама. Ух ты! Замает! Ух ты, как красиво! Вот такой замок получился. Класс! Бери, бери, Роберт, бери его. Посмотри, можно ручкой, лягунечко. Бери, папа, положи на лицо. Шеста? Какой? Какой интересный. Да, классный. Песочек очень такой. А это... Это какая-то гора лишь. Это гора, наверное, какая-то, да. Переворачивать. Переворачивать будешь? Да. Хорошо, сейчас вот я делаю. Вот сейчас давай все соберем в кучу. Чтобы у нас все аккуратненько было, красиво. Папа, я сам буду. Да, я сейчас сделаю, я тебе дам, а ты достанешь. Хорошо. Это то-то. Это гора будет, Роберт. Это... На, я переворачиваю. Смотри, я так об стол чуть-чуть вот постучу. Вот так вот, давай. Ух ты, да. Как красиво. Прелесть. Классно. Очень красиво, очень так достойно. Какая прелесть. Смотри, как красиво получилось. Папа, ну, лосину день. Давай теперь розовые открывать будем, да? Да. Ну, сейчас папа поставит красиво. Давай так расставим все. Ну, подойди, малыш. А не то нам туда. Нам нужно место делать. Так. Лосину, биби. А теперь розовый давай пластилин высыпай сюда в коробочку. Смотри, вот так вот. Так, ну что, начинаем заново все. Делаем еще фигурки, теперь другого цвета. Теперь розового. Теперь розового цвета. Ребят, как розовый будет по-английски? Pink. Блу. Машина. Молодец, Роберт. Машина сделала. Да. Машина все полетит. Молодец. Ой, какая прелесть. Биби. Красота. Очень красиво. Биби. Так, еще машинка. Там подальше, кроме того. Ух ты. Класс. Прелесть. Сюда ставим. Вот такая. Красиво! Молодец. Биби, лос-а-таби, повести голову едет. Давай я еще машинку одну слеплю. Я идти, не идти. Пойтесу. Последнюю, да? А на такую же нам не хватит песочка, мы уже тут. Мы решили машиностроение. Мы машины разберемся, которые плохо получили. Можно и так, да, давай. Так, это вот еще. Машина! Классно. Биби. Надо еще. Вот такая вот машина. Вот так, мы сейчас через раз сделаем такие.
Супер. Один от 500. Отлично. Да, очень классно, очень понравился. Мама, давай вот маленькую машинку еще слепим, Роберт. Давай вот у нас чуть-чуть осталось, как раз на машинку. Песочка. Нет, я иду. Да, ты лепи. Нет, я иду. Хочешь? А что ты хочешь? А ты переверни, а так оно высыпется, песочек. Вот так, да. Вот так. Все. А что ты хочешь делать? Горы. Гору? А тебе на гору не хватит. Тебе придется машины пустить на переработку. Вот эти две. Вон, две машины разберешь. Вот эти две разберешь. На запчасти и сделаешь с них гору. Смотри, значит, чтобы гора красивая получилась, надо туда вот так пальчиком утрамбовывать все. Бери вот так и утрамбовывай. Так, видишь, чтобы там все вот эти рельефы горы были красивыми. Да. Давай я тебе помогу. Вот смотри. Мы его сейчас высыпем сюда весь. А теперь пальчиком вминай туда все. Давай, давлю. Молодец. Бери машину, туда тоже вот эти две машины. Давай мы сейчас гору с них сделаем. Или делай гору, все, ставь. Будет небольшая гора. Опа! Маленькая такая. Маленькая гора у Роберта получилась. Класс! Вот такой город получился целый. Очень красивый, очень классный. Действительно приятно играться, действительно. Роберт, тебе понравилось? Да. Поезди теперь машинами в городе, давай. Давай, езди. Они такие плотные, что ими можно даже ездить. Они такие вот. Бип-бип. Бип-бип-бип. Так можно и пасочками ездить. Пасочками тоже можно ездить, между прочим. Да, можно пасочками использовать как дома. Полицейская машина едет, да, Роберт? Миу-миу. Машина полиция. Она охраняет порядок в городе. Классно. Сам. Ничего страшного, можно поднять. Би-би. Вокруг города есть полицейская машина, охраняет порядок. Машина есть. О, машина еще есть. Бай-бай-я. Би-би. Би-би. А это на полицейской машине. Миу, 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 миу. Миу. Классно. Ух ты, целая парковка вышла. Сколько машин, замков получилось. Очень все красивое, классное. Можно играться и получать удовольствие, да, Роберт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А по-английски? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец, ура! Би-би! Папа, а ты учи этой машинкой. Я вот этой машинкой? Ну давай. Би-би! Классно. Можно играться, они не разваливаются. Вообще супер. Аварию ты хочешь? Аварию это ж когда ты не посмотришь, что так выезжаешь, а другая машина... Давай. Врезается в другую, да? Давай. Бух, авария, все. Приезжает полицейская машина. Миу, 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 миу. Что у вас случилось? Кто нарушил правила?
Я нарушил правила. Я больше так не буду. Хорошо, смотри. Не нарушай. Надо пропускать машины, которые мчатся по прямой дороге, да? Проезжай, Роберт. Вот так проезжаешь, а потом проезжаю я. И поехали. Не хочу аварию. Я правила дорожного движения соблюдаю, да? Папа, вот тебе синий. Теперь на вот это синенько. Две машинки поехала. Папа, синенькие. Синенькие снимем. Покрасим. И будет новая машина. Все, и поделили. Да. Тогда еще один. Так, все. Теперь из пресс-формы достаем новый автомобиль. Ова! Вот какая красивая. Так, и вот эту мы сейчас дочиним машинку одну еще. Тоже просится. А какая-то еще. Вот это она. Вот она. Розовая машинка. И у нас с тобой сейчас будут все крутые тачки. Машинка! Масита! Так. Да, масита! Достаем из пресс-формы новый автомобиль! Класс! Мы починили все машины, теперь у нас все машины новые, могут гонять. Давай я твою машину починю. Давай? Да. Давай, сейчас мы ее в пресс-форму на завод отправим, на переработку. Разберем на все гаечки, болтики. Маленькую машинку. Вот, как раз. Это понравилось. Папа чинит, я ломаю. Роберт, я ж не успеваю за тобой, подожди. Масыта! Ага. О, у нас машинка получилась с красными фарами. Смотри, какая. Тюнинг. У нас это тюнингованная машина теперь. Мы сейчас тут натюнингуем. Ну да, смешать. Уже будет смешанный весь. Роберт, у тебя не машинка, у тебя блин на колесах получился теперь. Ой, это папа, почини. Да. Давай, починю. Давай твой блин на колесах. Да. На колесах. Блин на колесах, класс. Блин на колесах получился. Класс. Так, смотрим, что у нас из блина на колесах получилось. Оу, какая машинка новая. Масыта! Нет, так уже не надо. Ты формочка, ты ее портишь. Видишь? Папа. Видишь, ты с нее опять блин сделал. Блин на колесах. Роберт умеет делать блины на колесах. Да? Сейчас. Блин на колесах. Классно. Так. Ух ты, новая полицейская машина получилась. Класс. Все, теперь можно охранять порядок в городе, да? Папа, потяни. Еще один блин сделал. Роберт, я не успеваю. Блин на колесах, да? Да, и видно я боюсь. Блин на колесах, ребята. Так, а ну смотрим, что у нас еще с одного блина на колесах получилось. Ух ты! Новая машинка получилась. Давай попробуй, как она ездит. А ну, едь на ней. По городу. Давай, я за тобой. Поехали. Ту-ду. Биби, проезжай давай. Бу-у-у. Ничего.
кому-то понравилось. Блин на колёсах. Не, ну это уже я не знаю, это же... Мама, нет! Чиню, давай. Не, вот у меня есть формочка. Это... А нет, давай лучше полицейскую сделаю машину. Чтоб больше порядок охраняли, а то видишь, уже Роберт балуется, уже все машинки ломает. Смотрите, а поезд едет и бьет. Поезд? Не, ну поезда у нас формочки нету, мы слепили с тобой поезд бы, конечно. Мы поезда больше всего на свете любим, да, Роберт? О! Машина! Теперь полицейских три машинки полицейских. Ну теперь в городе порядок будет. Теперь уже можно... Четыре. Да, четыре у нас полицейские машины. Роль. Давай. Загружай в завод. Будем делать новую машину. Блин, на колесах, да. Давай. Грузи. Материалы будем чинить. Я чиваю. Блин, на колесах, да. Замы маленькие. Замы досой. Так. Все. Да, поднимай. Пошли, поем! Машинка получилась! Классно! Поехала сюда. Вот и там пить и аварию делать. Аварию делать? Нет, ты смотри, сколько полицейских машинок, они не разрешат аварию делать. Они же следят за порядком, чтобы никто не нарушал из машинок. Все соблюдали правила дорожного движения. Все, у папы снова работа есть, да? Очень смешно. Блин на колесах. И на сём. Блин на колесах. Я зовут это. Подожди, я сейчас это только починю, а то я не успеваю за тобой, Роберт. А папа один и машина. Да. Блин на колеса. Так, внимание, бах, поднимай. Машина. Машинка, классно. Супер. Я уже боюсь тебе машинки давать. Давай, загружай машинку. Блин, на колесах. Ой, ты. Так, раз, два, три. Поднимаем. Машинка! Машинка, ну что, будем говорить ребятам пока-пока, Роберт? Пока-пока. Аля, подписывайтесь на наш канал. Я поиграю с Бью. Да, ты еще будешь играться, да? Ну, ребята уже посмотрели, уже поняли, какой этот песок хороший. Очень понравился, очень классный, веселый песок. Смешной песок, да, Роберт? Вот тебе поинтересно. Кстати, вот. Пока-пока всем.